Приветствую всех постоянных зрителей, а также случайных гостей моего YouTube-канала про установление. Все переделанные автомобили делятся на несколько типов. Одни создаются, чтобы ними восхищаться, показывать их людям на выставках. Другие же исключительно выполнять свое прямое предназначение, к примеру, бездорожье. Кто-то устанавливает широкопрофильную резину, увеличивает дорожный просвет, внедряет более мощный двигатель. Но есть умельцы, которые строят с нуля что-то совсем иное и ранее нами невиданное. Появилась идея создать пикап с нереальной проходимостью, заявил владелец и принялся за нелегкую работу по переделке и модернизации этого УАЗа. Кузов от УАЗ Хантер был внедрен на шасси УАЗ-452 Буханки. Был установлен дизельный двигатель 2,9 литра с коробкой от Mercedes-Benz Sprinter. Ведь данный двигатель является первым по надежности и простоте одновременно на сегодняшний день. Военные мосты УАЗа, раздатка от газона 66-го. Кузов был усилен и проварен, использовали исключительно толстый металл, ведь машина создавалась, конечно, в первую очередь для себя и своих нужд. Делалось так, чтобы деревья можно было сносить, говорит сам владелец. Внедорожник проходит по документам как УАЗ-452. Постройка получилась совсем не быстрой, но оно того стоит. С поставленной задачей справились на ура. По фотографиям видно, что этому вездеходу не страшно бездорожье. Конечно, в пределах разумного. Ведь все знают, что засадить можно все, что угодно. А как вам такой монстр УАЗик, созданный специально для наших дорог? Как по мне, достойно. А что думаете вы на этот счет? Не забывайте, что в комментариях вы можете оставить свое мнение. На этом сегодня все. Лайк, подписка, колокольчик. До скорых встреч!